Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Еще одно короткое видео и не про клеймастельные машины. Значит, у нас заказ, небольшой заказ. Задача вот на такой бейдж с окном из алюминия, чтобы он стал бейджем, вернее, это заготовка. Нужно приклеить вот такой магнит, чтобы его крепить. Вот. И вот такое окно, чтобы можно было фамилию вставлять сюда. То есть вот сами представьте, все это сюда приклеить можно, конечно. Но, во-первых, у нас не одна штука, больше. Вот. И во всяком случае, ну, на мой взгляд, сложно вот так вот просто взять и приклеить ровненько. Что мы сделали? Мы сделали, как всегда, не оригинально, шаблон. Сейчас покажу, как с помощью этого шаблона быстро, а главное качественно, наклеить окно и магнит на бейдж. Начинаем. Значит, двусторонний скотч на окне. Снимаем пленку. Укладываем окно. На магните то же самое. Двусторонний скотч, снимаем пленку. Укладываем магнит. Берем бейдж и тоже укладываем. Все. Дальше достаем. Приглаживаем. Все. Бейдж готов. Все ровно. И, на мой взгляд, красиво. Так что вот, если вдруг кому-то понадобится, воспользуйтесь. Несложно изготовить такой шаблон. Все, до свидания.